одно письмо, еще одна героиня нашего времени. Это Ирина Борисовна Лаврова. Не мог бы помешать и Фугль. Потому я с радостью вижу и теперь, как радовался этому прежде, что в некоторых молодых... Этому прежде, что в некоторых... Радоваться на сильнейшего из всех нынешних поэтов прозаик. И еще одно письмо, еще одна героиня нашего времени. Это Ирина Борисовна Лаврова. Рассказывает дочь Нили. Родилась Ирина Борисовна Ленинграда. Она принимает Пермагинку. После которого некоторое время проработала в школе учителем изо и черчения. В молодости Ирина занималась пейзажной живописью. Сейчас на традиционной технике рисования, моделирование исторических костюмов для кукол,